Посмотрели сегодня мы всю аппаратуру, звуковую, световую, серверную. Посмотрел спортзал. Это действительно профессиональный скалодром. Здесь уже могут ребята заниматься и готовиться к серьезным турнирам. Хотелось бы, чтобы ребята испытали. Почему? Потому что они действительно этого ждут. Но я думаю, когда тут все будет вымыто, когда будет все почищено, когда будет до конца все установлено, конечно, это будет совсем другой дворец. И мне кажется, коллектив, когда придет сюда, вот он просто не узнает то место, где я работал раньше. И на следующий год дворец распахнет двери и примет своих воспитанников. Проводится большая работа, реализуется масса проектов, в частности в нашем городе, в других регионах и городах России. Но мало кто знает, по чьей инициативе, что происходит, кто причастен к выполнению тех или иных задач. Да вот кто-то представляет, в каких национальных проектах участвует наш город. Наша задача – донести до вас и вместе с вами донести до населения, кто и как делает те или иные вещи. На чьи средства строятся? Это федеральные, областные средства, это городская какая-то помощь. Поэтому я хочу сказать спасибо огромное, что вы здесь. Спасибо огромное, что с каждым годом вовлекается в деятельность все больше общественных организаций. И я ценю то, что имею возможность сегодня быть здесь. То, что мы организовали более тесное взаимодействие за последнее время. Но самое главное то, что вы понимаете те цели и задачи, которые мы преследуем. И поддерживаете нас в их выполнении. Поэтому я желаю на форуме хорошей платформы работы. Самое главное достичь результата. Очень хорошо, мне очень понравилось. Я прям благодарен, что у нас есть такие родители, не просто неравнодушные родители, а, наверное, родители заинтересованы в том, чтобы что-то изменить, что-то сделать. Очень хорошо поговорили, то есть рассказал о перспективах, о сделанном, о проделанной работе. Сегодня поблагодарили наше журналистское сообщество, наши средства массовой информации за работы, которые были представлены в конкурс. Вы знаете, уникальные вещи. Вот правильно было сказано сегодня, наверное, наградить можно было всех, потому что работа настолько трогательная. Очень хорошо, что сегодня у нас достаточно большое количество неравнодушных людей, которые сегодня работают именно вот в данной профессии. Почему? Потому что любая работа, хорошая работа, это презентация нашего города, это презентация тех проектов, которые сегодня реализуются в нашем городе. Вот это продвижение города, продвижение и в рамках Российской Федерации, Свердловской области и в целом, наверное, больше. Почему? Потому что те репортажи, которые сегодня выходят, ты общаешься со всеми. У кого-то друзья проживают за границей, и тем не менее, те отзывы, которые от них приходят, перебрасывают, ну, вы знаете, приятно всегда читать. Поэтому будем собираться как можно чаще, общаться открыто.